Администрация Октябрьского района Самары со ссылкой на Министерство социально-демографической политики Самарской области рассказывает, как оформить единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной формы для школьников из многодетных семей. Подать заявление можно на госуслугах или в управлении соцзащиты по месту жительства. При личном обращении нужно при себе иметь заявление и паспорт. Денежная выплата положена на каждого ребенка. Подробности в карточке. Администрация железнодорожного района публикует список разрешенных для купания пляжей в Самаре. Это в первую очередь набережной Волги от улицы Ленинградской до Вилоновской. Вторая очередь набережной Волги от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенап. Четвертая очередь набережной Волги от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага. Пляж в районе загородного парка, пляж под спуском по улице Советской армии, пляж в районе Барбошиной поляны, пляж в районе санатория Можайский, пляж Красноглинского района. На все эти пляжи завезен песок, работают спасательные посты. Зоны рекреации проверены санитарными врачами. Эти территории считаются безопасными. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что студенты медицинских вузов Самары, обучающиеся по договору целевого обучения, имеют право на ежемесячную выплату. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Нужно предоставить документы, копию паспорта заявителя, копию договора о целевом обучении, справку из организации, в которой обучается заявитель, выданную не позднее, чем за 30 дней до подачи заявления. СНИЛС.